хотел отдать быстренько на Васильева, но получилось неточная передача. Перехватили спартаковцы мяч. И Шутин в центре поля. Развернулся и отдал чуть назад на Крашевского. Ярослав здесь на левом фланге. Играет с Анатолием Смехуновым. Думаю, для уверенности надо провести пару хороших атак в самом начале. Постараться забить быстрый гол, чтобы с хорошим настроением и спокойно продолжать игру. Что делать, спартаковцы? Нажмов, удар, 1-0! Вот так вот только я попросил ребят забить гол в самом начале. И они это делают. Прекрасная передача на Нажмова, который остался один в районе 11-метровой отметки. И хорошо он положил мяч мимо вратаря, пробил, забил гол.